무료일장. Всем привет, ребят. Начинаем мы новую запись у нас. Сейчас ночь на дворе, 2 часа ночи. Устал я сегодня за 15 часов стрима. Решил отдохнуть в дотке. Занимаю я опять мид. Вчера и сегодня выкинула с двух игр, где игра шла на победку. Уже на 13 минуте пушили бараки. И сервера пали. И тут Течеса берут. Резака. Проду рандомят. Ух ты шо. Спектру взяли. Да, неприятно. И арка взяли. Я беру траксу на мид. Это будет тракса на пуш. Просто пуш тракса, которая будет пушить все подряд. Ну, за рункой я не пойду. Мне не хочется умирать. Там и арки, и мины. Спрашиваю, где арка? Без бага ли он будет играть или с багом? Пишет шоссе, будет. Ну, думаю, я противостою ему даже, если он будет фуловый, с багом, но мне надо тоже быстро выфармить свои артефакты. Курочка у нас есть, тут бару взяли против минера Самото. Винрейт у меня там под 80%. Я думаю, мне не собьют его даже багами. И тут у нас резак на миде. Это изи. Просто изи мид. Пуш тракса у нас идет просто в пуш для пуша. Играем мы без стрел. Без сала. Просто через плюсик, чтобы запушить все и вся. Зря я дал атаки своим пацанчикам. Резак не агрессивно играет сейчас. Я на фри. Стараюсь стоять. Не знаю, где я мина. Зашел я на ХГ. Он как-то играет очень пассивно. Но резак.
меня просто last hit за last hit'ом идет. Бляха-муха. Мобов побольше стало просто. Просто на автоатаке забираю. Резак у нас сегодня без опыта. Настреливаю ему, но ему все равно. Там АВБ делает. Я тупо фармлю дальше, пока там драки происходят. Автоатаки забираю пацана. Я фармлю фаст медас, постараюсь. Сделал он мне минус статы какие-то там. Но это не страшно. Продолжаю я дальше фармить. Опять много мобов, неприятно мне. Стрелю ему дудку. Фарм идет, медасика. Стараюсь я тут. Заденайл он. Странно. Пытается он заденайть все подряд. Мне это не нравится. Там минер пришел. Тоже неприятно. Минирует у меня тут. Минками все. Пытался я задонать. Так, медас уже скоро будет. А по я ульту, теперь будет веселее. Идет мне медазик сейчас. Фарм продолжается. Это фарм, ребят. Просто фарм. На ХГ опасно заходить. Не знаю, пойду я. Прилетел. Это резак. Но мы можем с ним подраться. Тут и минер идет. Он хочет взорваться. Неприятно, ребята. Взорвали минки. Ребята на топе доминируют. Сейчас мне уже масочка прилетит. Я буду с хпшкой все время.
Все, теперь полный отжор. У меня еще не шестой. Он не страшен теперь. Тут приходит спектра. Просто грызет меня. Нет, смешно ж. Шейминеры и этот бегает. Слово хп. Ну давай драться, минер. Мне нравятся эти парни. Просто нравится. Тупо спушу тавр. ДПС у меня ого-го. Идем мы дальше. Топ вообще полностью акс снес там. Пришел резак. АДФ. Пуштракса в деле. Просто стою пушу. Юзаем Адасик, и тут за мной погоня уже. Там пришли эти все эти тинки-винки разные. На мид. Мне дали похавать. Так. Он разминировал, в принципе, все. Мне это нравится. Мне теперь не страшно. Ого, он хочет взорваться. Но у него не получается. Чесало качнуть разочек. Говорят, гоу с нами, пуш, типа, все дела, но я, в принципе, и сам справляюсь неплохо. Я ж пуш тракса. Пуш тракса. Мама у меня нет, он тут меня руминирует. Просто разношу, ребят. Тут тавер сейчас ляжет. Это не настоящий зет, но мы его сразу забьем. Денег у меня очень много, теперь мне даже чувак тут с багом мне не грозит ничего. Просто буду забивать.
Что медас у него? Мне все равно. Топа стою пуш. Просто стою пуш тавер. Мне все равно. Ой-ой-ой. Тут сало дали, пацана. Добивает меня. Пацан, конечно, да. 4 на 1 не очень, когда. Тут мясил, ребят. Забирают они все, что можно. Да, конечно, спектра меня убило неприятно. Просто неприятно. Так, на пуш-трак все нам надо. Собрать что-то без орб-эффекта. Так. Надо инвизик возьмем. Чтоб пацанов со спины заходить. И разбирать. В принципе, любого. Сейчас забирать можно тут. Вот типа вот этого пацана неприятно ему. Мне тоже неприятно. У меня тупо мясы. Просто промазал сколько ударов. Не знаю. МКБ что ли собрать. Смешно аж. Я его не убил, но у него 0 на 5. Лич его слил. Резачок. Через АК убивать. Там ем, если чё. Просто разбирают. Ом, эти хуйня сломали б. Арк пытается фары... пытается... пушить. Я ухожу на топ. Надо сало качнуть, да и все. Чтоб быть киллером. Мне бы криты сейчас. Без промедления. Иду. Как прикажешь. Ребятам уже надоела игра. Без промедления. Как прикажешь. Сало мы немножко качнем побольше. Мы заходим сейчас по миду. Там драка. У него там пушит. Просто разбиваем их. Там пишет уже FF. Твоя воля закон, напали враги. Без промедления. Твоя воля закон. Иду. Умри. Как прикажешь. Иду. Твоя воля закон.
даблкил от Трекси. Просто ребята падают. Ребята FF пишут просто. Блин, гем забрали, неприятно. Или гем наш забрал, не? Приятно, меня настреливают. Блин, я же ему со спины надаю сейчас. Делаю я байбек. Рапиру я так и не собрал. Лидер, он не голый. Сейчас мы подфармим тут денежки. Я сделал байбек, денег мне не дали. Я без рапирки. Ого, парниша бегает там так быстро. Ты там прикол его. Мне не в прикол. Ну давай посражаемся как-то. Пацанам. Неприятно. Опять на меня. Гем лежит сейчас там. Минуса, я побежал за рапиркой. Надо отожраться немножко. Теперь можно со спины, в принципе, нападать на этих ребят. Я так, в принципе, и сделаю со спины. Меня просто прессуют. Это минус рапира.
про первого спектры. За фрагами я гонялся, но... Этого пацана попасть не могу, все равно. Пацан голый. А спектру сейчас сломает или нет? С его рапирой. Да, сломали пацана. Рапира им не помогла. Пацаны просто снесли всех. Да ладно, просто трибл килл. Акс отдает сейчас рапира. Но БМ включай. Конечно, нужен гем. Я его сейчас возьму. Два раза по фрагам впереди, что-то игра вообще не пошла, она из-за того, что еще не спал. Взорваться можно. Тут еще парень прилетает, неприятно. Ту свой пикет. Без промедления.
Забираю я рапиру. Просто ухожу я с ней. Все, рапира у меня теперь, мне все равно. Пофиг на ребят. Рапира пришла ко мне назад, 14:05, в принципе нормально. Всем спасибо, до скорых встреч.